Областное радио. Куда можно сходить всей семьей? Слушай, ну а вот приезжают же в Новосибирск специально для того, чтобы посетить тот же самый аквапарк. Аквапарк. Да, или зоопарк. Да, ну а почему нет? А потом куда еще? А вот куда еще нам сегодня расскажет Олеся Потапова, управляющая спортивно-развлекательным комплексом «Фонтера парка», с которым мы уже давно дружим. Олеся, мы говорим добрый день. Очень рада вас видеть. Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте. Есть еще место, о котором, возможно, вы не знали. Это парк Бугринская роща. Угу. И в Бугринской роще... Это самый замечательный парк. А сколько всего точек? Ну, смотрите, у нас 4 комплекса больших. Uh-huh. Это 3 дорожки скалодрома, это канатный парк высотой с 3-этажный дом, это сетевой лабиринт, это новое, это ноу-хау, такого еще нигде нет. Эта конструкция в том году она была разработана и поставлена у нас в парке. А что такое сетевой лабиринт? Сетевой лабиринт NetLab – это 3 больших шестигранника, по 6 метров, то есть в виде сети, огорожены со всех сторон сетями, и дети, взрослые, когда приходят в одну локацию, они как по лабиринту могут передвигаться во вторую, в третью, в первую просто, ну, в виде, ну, не сказать, что это батут, но сеть, она... На ней можно, можно попрыгать. Пружинистая. Пружинистая, да. Во втором пространстве у нас волейбольная сетка, как бы большие мячи. Угу. Красные, желтые. То есть ребятишки перекидывают мячами, отдыхают. Вот. Ну и в третьем тоже они там отдыхают, лежат на сетках, где-то прыгают. То есть вот такое закрытое, ну, то есть физическая закрытое, активность, открытое она пространство. Вместе с отдыхом чередуется. Конечно. Ну, это логично. Конечно. Так, сетевой лабиринт и что? И четвертый, это самый крутой наш комплекс, зиплайн. Это скоростной спуск, тарзанка нового поколения. То есть это башня высотой 16,5 метров. 16,5? Как 5-этажка. Вот это да. Вот. И трасса у нас 206 метров. Она уходит под Бугринский мост. То есть человек, когда поднимается, он потом летит в полете под Бугринским мостом. Это что-то невероятное. Секунд. 15 скорость секунд развивается до 70 километров в час. Угу. Вот, и уже на финише, прям на пляже Бугринская роща, там их уже встречает инструктор. Расскажи, такого нет в России. Угу. Конструкцию мы так немножко подсмотрели за рубежом, угу, поэтому у нас здесь такого точно нет. Мы поставили это впервые, это первый зиплайн, это первая такая конструкция большая. Вот. Ну, давайте вообще расскажу вам про парк. Вот парк у нас 1000 квадратов, понимаете, огорожен таким ограждением железным, но оно из прутьев, открытое. То есть, прогуливаясь по парку Бугринская роща, вы не можете не пройти мимо нашего Фонтера парк. Там все прозрачно. Комплексы достаточно большие, их заметно. Вот. При прохождении на территорию парка у нас есть такое условие. Для всей семьи поодиночке нам нужно, чтобы в кассе купили один билет. Вот. Просто так на территорию парка, ну, можно зайти, но это можно посмотреть и за ограждением. То есть в парк вы проходите, покупаете один билет на комплекс, любой. У нас очень много тарифов, комбо-тарифы, самые выгодные для 3 детей, там, для взрослых. А, кстати, у нас нет такого, что вот ребенок и взрослый, у нас парк для всей семьи. У нас ограничений практически нет. То есть по локациям я вам расскажу. Вот скалодром у нас 3 дорожки, он от 5 лет и от 10 килограмм. То есть там как взрослые, как подростки, как маленькие дети с 5 лет, они могут подниматься, спускаться. Около каждого комплекса стоят инструктора, обученные и по технике безопасности, и вот по всем безопасностям. Вот это важно, люди есть. Конечно. Контролируют. Около каждого комплекса иногда по 2 человека. Ну, то есть мы смотрим. На скалодроме вот 3 дорожки отдельных. По тайминг там есть у нас. Вот. Одеваются страховочные обвязки. Там страховочная система Трублю. Американская она очень... Это такая, что такое? Это надежная система. То есть одеваются обвязки страховочные. И на высоте 6 метров там такая вот... Круглая штука такая, да, из которой трос, как плавное падение. То есть никогда человек не упадет, он плавно спустится вниз. Проходя около каждого комплекса, у нас инструкторы встречают, одевают вот эти страховочные обвязочки и пускают на комплекс. Проводят обязательно инструктаж, если один человек, два, если вот собирается, например, ну, групповое посещение, там, 8-10 человек, сразу проводится инструктаж, все поняли. И... отправляется на комплексы. Обязательно инструктора все смотрят за прохождением по трассам. Если, ну, там, возникли трудности, если возникли трудности, они, конечно, они все в страховках, то есть в спецформе.
подбегают, помогают. Вот. Про канатный парк тоже ограничение с 3 лет до 99. Ну, можно до 100. Вот. У нас хорошо. Там 3 уровня. Первый уровень, он от ребятишки от 3 до 6, до 8 лет. Сопровождение с родителями. Это 50 сантиметров. Канатный парк, это вот то, что подвешено на канатах, да, всевозможные ходилки-бродилки. Да. Вот это имеется около в виду. Около 200 метров в общей сложности. 3 уровня, 3 этажа получается. И первый, это вот для самых маленьких. А максимальная высота этажа какая там? 8,5 метра. Ну ты, то есть какая это красота. Коленочки-то будут подрагивать, я так понимаю. Ну, да? То есть, ну, у вас же наверняка есть какая-то любимая локация. Ну, вы сами-то пробовали? Это сетевой лабиринт. Я вам могу там полежать, попрыгать. Отдохнуть, в общем-то. Да-да-да. Но, возможно, у нас на территории парка есть большой шатер 10 на 15. Там у нас продаются напитки охладительные, безалкогольные. Алкоголя в парке нет. Ну, это невозможно сочетать. Да, поэтому мы за здоровый образ жизни, мы спортсмены все. Вот, у нас есть водичка, мороженое. Кстати, мороженое у нас поставляет поставщик Полярис. Вот, Новосибирск Сибхолод. Ну, в общем, Полярис. Ну, там шашлычок вот это вот. Ну, смотрите, у нас есть пиццы, бургеры, сэндвичи, картошки фри, наггетсы. То есть у нас есть что покушать. Есть что покушать. И здоровое, и нездоровое. Как вот... Сначала варни, соки, калории нужно покушать. У нас можно провести корпоративы, дни рождения, выпускные. В садиках, вот в школах сейчас выпускные, к нам приходили классами, собирались. У нас есть помещение специальное для вот таких мероприятий. Оно закрытое. Поэтому по предзаказу можно заказать еду, чтобы вам свеженькое все приготовили. Пиццы, вот эти вот соки, чай. Сетевой лабиринт NetLab, он у нас тоже от 3 лет. Не больше, ну, в общем, от 3 лет до 99 лет, в общем-то. Ну, в общем, для всех. Да, когда мы видим, что у нас очень много маленьких детей, мы одну локацию нашу немножко можем закрыть, чтобы там бесплатно мамы пришли и ребятишки, которым вот от 3 до 6 лет, которые, может быть, боятся пройти. Ну, потому что да. Он так-то там и подростки прыгают очень прям хорошо так прыгают. Активно. Вот. А мамы с ребятишками, они могут побыть в одной из локаций. Видите, у нас получается NetLab, билет покупаешь, это 30 минут. Вот, скалодром 15 минут, канатный парк 30 минут. То есть за 30 минут ребенок, взрослый, может обходить всю, исходить, спрыгаться, убегаться. Но там, наверное, просто и больше времени-то и не надо, да? Ну, некоторые по 2 билета покупают. Поэтому у нас есть комбо, без лимиты, на 3 часа. Ну, это самый нормальный вариант. Взял и за время не следишь, и не заморачиваешься. В общем, ребенка можно или взрослого потерять на 1,5 часа. То есть вы приходите и покупаете комбо-билет, и 1,5 часа... Отдыхаете. Вот... миф развею. В некоторых парках есть канатные парки. Знаете, такие на деревьях, которые. Да, либо да, на да, столбах. Березовые рощи, они, знаю, вот, на березовой рощи. Они перецепляются карабинами. То есть так. С точки зрения безопасности у нас вот не так. А как? У нас одевается страховочная обвязка. Это такая штука на тело. Между ног, между плечами. Дается страховочный трос с таким вот набалдажником. У нас весь канатный парк – это металлоконструкция. Это такая труба, внутри пазы. Вставляется этот трос. Вставляется трос, и он уже оттуда никуда не денется. И все, и он с этим тросом ходит, прыгает, бегает. Старайтесь, Савы Кожевникова, 39. Это парк отдыха, Бугринская роща. Это административное здание всегда показывает. А на территории вы проходите до смотровой площадки. Мы в 15 метрах от смотровой площадки. Как выяснилось, вот мы открылись 1 мая, как выяснилось, что не все люди нашего города вообще были на смотровой площадке. Ну, скажем, пресс, у нас уже большая парковка. Потому что у нас рядом будет строиться теннисный корт. Сейчас там расчистили всю площадку. Конечно, колоссальное вообще количество машин в выходной день. Но все находят себе место на подождите, парковке. Подождите, корт это тоже ваше будет? Развивается Бугринская роща, парк. Вот, в проекте еще там на пляже будут какие-то бассейны. Да давно пора, ну, как бы, конечно, такая конечно, конечно. А то вот бедный левый берег, вот серьезно. В Саткирово и все, что ли? Нет, у нас вообще очень круто. И я про что? Что наша группа компаний-то, у нас несколько направлений. Одно уличные площадки, одно это сетевые лабиринты внутри помещений, а наш третий эксплуатационный парк. Поэтому наши конструкторы, команда очень большая, они, конечно, все новое и новое дорабатывают. Вот, поэтому мы планируем, как пройдет сезон,
он, возможно, на следующий год на правом берегу поставить такой же парк. Ну и дальше пошли с какими-то новыми комплексами. Радио 54. Первое областное радио.